Всем привет! Сезон Лига Лучших уже здесь, а значит пришло время напомнить вам о том, какие изменения произошли в нашей любимой игре. Устраивайтесь поудобнее, это Варблок, мы начинаем. В сезонном обновлении мы переработали систему рейтинговых матчей, добавили новую прогрессию и награды. Мы уже не раз говорили про это, но вдруг кто-то из вас пропустил эту крутейшую новость. Объясняю. Теперь непосредственно ваш вклад в результат матча влияет на награды после его завершения. Лучший игрок в команде победителей получит больше всех очков, а самый полезный из проигравших потеряет меньше остальных. Также продвижение в лигах стало более комфортным благодаря новой системе калибровки. Подробнее читайте в специальной новости на сайте, ссылка будет в описании, а затем спешите попробовать и напишите нам свое мнение. Помимо рейтинговых матчей, мы обновили сразу 4 PvP-карты из режима подрыв. Мосты, D17, пирамиды и пункт назначения теперь выглядят намного современнее. Кроме того, мы убрали некоторые прострелы и избавились от подсадок, проложив дополнительные маршруты. Обновленные карты доступны в режиме быстрой игры и в создаваемых комнатах. В рейтинговых матчах версии 2037 нет. Ну а теперь к самому интересному. Я говорю про сезон Лига Лучших с очень крутыми наградами. Никаких комплектов снаряжения, только лучшие метовые пушки с достойными характеристиками. Серии Элита и Неустрашимые с эффектным дизайном включают в себя Иви Кармел, Калашников USA Камрад 12, Иви Галил Ace Gen2 Rifle и другие желанные ганы. Купить все это вы сможете за кредиты при достижении 50 уровня Battle Pass. Магазин переполнен отличными предложениями. В довесок у вас будет дополнительно 25 уровней после завершения стандартной прогрессии, а значит еще больше оружейных жетонов. Без брелоков и достижений мы вас не оставим, как и без нового сезона престижей. Лучшие заберут 4 золотые пушки и полезные расходники. И это только малая часть всего того, что ждет вас в Лиге Лучших. Любителям ПВЕ самое время вернуться к Белой Акуле. За нее побег и реванш теперь дают больше наград. Мы решили, скажем так, добавить вам мотивации и попробовать больше контента, поэтому балансировка может измениться и в дальнейшем. Еще из приятного, теперь установленное на оружие оборудование сохраняется даже после смены на другую модель. Мелочь, а сколько сэкономит по итогу времени? К слову о нем, игрокам теперь сложнее будет передавать информацию тиммейтам после смерти. На наш взгляд, ранняя гибель не должна давать преимущество союзникам, поэтому мы заметно усложнили киллкам, но дали игроку чуть лучше слышать. Звуки стрельбы больше не заглушаются моментально, что позволит определить причину смерти и направление сил противника. Ну и конечно, мы исправили огромное количество багов и других недочетов в игре. Полный список изменений вы найдете у нас на сайте в специальной новости, ссылку на которую я оставлю в описании. Ну а у меня на этом все, не забывайте ставить лайк этому выпуску и обязательно напишите в комментариях, как только попробуете что-нибудь из обновления, новый Battle Pass, RM и прочее. Нам важно знать ваше мнение, так что пишите, а мы с вами еще увидимся. Всем пока!